году я уже получила 12 тысяч рублей на нужды семьи и средств материнского капитала. Могу ли я еще раз воспользоваться данной выплатой? Да, конечно. Те владельцы сертификатов, которые уже в прошлом году получили единовременную выплату в размере 12 тысяч рублей и средств маткапитала, также имеют право обратиться в этом году за данной выплатой. Но теперь уже согласно нового федерального закона. Но здесь необходимо и очень важно знать, что сроки подачи такого заявления законом ограничены. А те наши мамочки, у которых дети родились в период с 1 января 2007 года по 30 сентября года текущего, имеют право подать такое заявление не позднее 31 декабря 2010 года. А те наши мамы, у которых дети родились либо родятся в период с 1 октября текущего года по 31 декабря текущего года, могут подать такое заявление не позднее 31 марта года следующего. То есть закон имеет ограниченный срок действия с 1 апреля следующего года, закон прекращает свое действие. Вопрос очень своевременный. Дело в том, что до конца года осталось совсем мало времени. У нас в управлении получателей около 3000 человек сертификатов. За данные выплаты к нам обратилось всего 60%. А поскольку время осталось очень мало, сроки подачи заявления ограничены, поэтому мы обращаемся еще раз к нашим мамочкам, которые имеют такую возможность получить денежки и к нам до сих пор не обратились, пожалуйста. До 31 декабря текущего года мы их ждем.